Всем здорово, братва, и это продолжение предыдущего видеоролика. Победитель с предыдущего видеоролика на 40 миллионов вы сейчас видите на экране. А если именно ты хочешь получить 40 миллионов от меня, то пиши комментарий от 4 слов и не забывай ставить лайк. Благодаря данному квесту, который сейчас вышел, в данный момент мы сейчас нафармили 6805 АЗ коинов. Конечно же, это и АФК X4. Но как мы все это делали и к чему мы пришли, вы увидите в этом видеоролике. И еще, конечно же, хочу сказать вам всем огромнейшее спасибо за актив в предыдущем видеоролике. Как просмотры, так и лайки и комментарии. Давайте попробуем собрать 150 лайков на этом видеоролике, и я сделаю вам розыгрыш 150 миллионов. Наконец-то. Прыжкам ко времени. Давай, я готов. Я готов к прыжкам ко... Вот. Вот почему мы час ждали, получается. Это чтобы прыжок во времени совершить. Ну, знаешь, кстати, на самом деле это и плюс. То есть вот сейчас то, что мы час ждали, и мы по факту можем сейчас уже делать... Ну, все по красоте, короче. Поехали туда. Так, привет, наконец-то все в сборе. Пора начинать. Я полностью настроил эту чертову машину. Надеюсь, что все пройдет гладко. Рассказывайте, куда и в какое время нужно... Так, окей, давай, поехали. Давай, поехали. Нам стоит попробовать. Я согласен с Сарой. Все, я хочу. Я хочу в портал. Я в портал. Мы переселились в сгоревший дом тремя днями ранее. Фак, это что за фигня? Почему я в другом теле? Такое бывает, когда просишь сделать что-то... Че, кто-то старикашку? Ладно, давайте действовать. Давайте действовать. Так, и мы получили... Не понял. Ай-яй-яй, а что это такое? Чтобы открыть дверь, нужен ключ. Так, это мы, получается... А, ну мы, получается, в сгоревшем доме, да? Вот эти, получается, типы около нас гоняют. Бля, слышь, а у меня хп тратится. What the fuck is that? Я не понял. Погоди, погоди. Так, я, короче, теперь в этом теле. А, получается, этот... Она в моем теле, а я в ее теле. Я понял. Базару. Оу, щит. Вот это нихера себе. Так, есть. Вы успешно включили свет в доме. А, это типа включили свет, да, называется? Чё там нужно? Полупокеры. Вы помочь мне не хотите? А почему? А чё оно? Погоди, вот, 28-4-21, и чё? Да ёп... Да всё, я сдох. Всё. Теперь заново. Короче, я не понял, там надо что-то сделать такое. Эдак. Всё, есть. Есть. Так, вы взяли сумку со стола. Так, взяли. Отлично, сумка у нас. Куда идем, ёпта? Пора свалить. Дополнительно задание, вам нужно выйти из дома. Давай, у меня 20 хп. Все, валим. Все, есть. Ух, пронесло. Отлично, только ты теперь как бы я, а я это ты. Интересно, что это за чудище ходило по дому? Это какой-то там падший чел. Забей на него... Пора возвращаться обратно. Хорошо, ну и чё, давай, поехали. Все, поехали, короче. Мы теперь с сумкой, без бомбасика, без этого, все красиво. Так, ты плохо настроил машину. Не, все прошло удачно. Да, все-таки работу я проделал. Да, ну работа как бы проделана, все. Подойдите. А, ну мы, слушай, не, мы вернулись теперь в свои обратно это обличия. Странное ощущение, какие-то нормально. Все, хорошо, что все было не зря. Так, понятно, так, хорошо, что все было не зря. Так, отлично, буду на связи. Все получается. Все, по факту, да? Теперь нам надо с Иви пообсудить. Он моя машина, кстати. Обратно лететь к Иви. И я не знаю, даст ли она нам сейчас новое какое-то задание, или же все-таки, как говорится, продинамит нас и все. Но благо у меня есть фракционная машина, на ней можно заехать. Еще и пайдейчик получили. Так, ура, ты вернулся целый невредимый. Тебе даже не засчитано. На этом прям класс. Рассказывай, что произошло. Так, вы уже думаете об этом. Так, есть. Корзина яиц на спину. Кстати, что за... Что за... Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, какая прикольная вещь.
Так, ну что тут у нас? Мне тут поступила одна смс с одного странного номера. Нам было интересно по какой-то вертолет. Адрес еще указали неподалеку от вокзала Сан-Фьера. Думаю, тебе стоит съездить, разузнать. Да, попробуем, что нет. Еще одно задание, как бы, я думаю, не помешает. Поэтому неподалеку от Сан-Фьера. Погоди, а где у нас этот? О, привет, кстати. Привет, хорошо, что ты доставил этот вертолет сюда. Сейчас мы сможем его настроить и приспособить к дальнейшим полетам. Сара почему-то не отвечает на мои звонки и смс, она куда-то пропала. Видимо, придется начать подготовку без нее. Хорошо. Смотри, тебе нужно будет настроить бортовую панель вертолета и выставить там правильные показатели. Затем нужно будет сделать специальное топливо, на котором двигатель вертолет сможет работать дольше и лучше. Ни хрена себе. Слушай, я, конечно, все понимаю, но я как бы обычный игрок. Ну и, конечно, залить масло в двигатель. Но это мы сможем. Так мы сможем отправиться на этом вертолете к пасхальному острову. Базар. Базару. Давай, погнали. Взять бортовой компьютер. Ну, погнали, хули нет. А когда не делали, правильно? Давай, так. Сейчас вам нужно подойти к вертолету и сесть в него на любое место. Ну, давай. Оу, щит. Так. Для выполнения задания вам нужно выставить верное значение для каждого показателя. Чтобы выставить значение, выберите одно из показателей, нажмите стрелки. Нажмите на стрелки, чтобы изменить значение. Когда вы выставите верное значение, индикатор покрасится зеленый цвет. Ага. А, вот, ёпта. Ого. Все, так, сейчас нужно вернуться компьютер на место, где вы его... Ага, все, хорошо, давай, допустим. Так, канистры, здесь что? Чтобы создать топливо, вам необходимо смешать все виды веществ в одной канистре в указанном количестве. Причем можно так, с помощью стрелок, ага, в левой части экрана. Чтобы начать заливать вещество, нажмите на кнопку Push. Ага. А, вон оно в чем дело, я понял. Нифига себе, такая маленькая канистра на такой вертолет. Ой-ой-ой, ля, реактивный вертолет, нифига себе. А что, я вертолет могу взять, нет? О, ха-ха, блин, су. Ах ты ж. Ну ладно, а, вот эту машину я по-любому смогу взять, да? Да, слушай, блин, прикольная тачка, я бы себе такую в гаражик поставил. Это такой чисто, знаешь, ну, чисто улучшенный Валтон. Какой-нибудь, знаешь, на ТТ-2 его поставить. Блин, слушай, хорошая машина. Мне интересно, такая тачка вообще где-нибудь продается, нет? Просто в коллекцию ее. Бля, диски от какой-то Лады, знаешь, как будто бы. Хотя по факту Шевроле, слышь. Ну, значок-то Шевроле. Ну что, вижу, все готово к путешествию. Ты уже придумал, что купишь, если найдем сокровище? Нет, не придумал. Ну, поехали. Че тут? Давай продолжим наше приключение, принимай новое задание. Let's go, че? Ага, 20 минут после завершения. Хорошо, то есть мы должны 20 минут подождать, и только потом мы сможем это сделать. Окей. О, беглая курица. Куда ты? Стоять! Куда побежала? Стой! Стой, говорю тебе, стой, беглая курица, стой! Не убегай, не убегай, подожди. Ну что, полная боевая готовность. Вай уже ждет тебя у своей мастерской. Давай, ладно, поехали. Давайте, ребят, продолжаем, как говорится, выполнение задания. Поехали. Я так полагаю, это уже подходит немножко к финалу, потому что мы уже летим на какой-то остров с сокровищами, но мне что-то подсказывает, что либо все-таки это подходит в момент уже к финалу, либо же все-таки мы еще продолжим здесь, так сказать, жить и существовать. Блин, вот там машинка поинтереснее, конечно, была. Ну, давай, Садлер этот, что это, Бобкэт. Бобкэт тоже возьмем. Ну что, привет, как настроить? Да готов, погнали, давай, все, полетели. Давай. О, уже села. Нифига ты, слышь. Двигатель вертолета был поврежден. Ага. Ну, чтоб тебя, серьезно. Ну давай, чё, в пикап поехали. Чё, мы на пикапе поедем? Вэй, давай, прыгай, ё-моё. То есть мы, получается, на самолёте... Погоди, либо мы сейчас смотрим этот момент, чтобы понять, кто нас опередил, либо мы полетим туда на самолете. Какая-то странная история.
Эврика, я нашла нам самолет. Ага, он уже стоит на взлетной полосе. У нас всего 3 минуты, чтобы успеть на него. Хорошо. Как скажешь. Так, ну слушай, машина у нас хорошая, в принципе. Поэтому давайте фигней не маяться. Я сейчас сделаю немножко проще. Вот сейчас будет весело, если не долетим, конечно. Но все-таки я сампер. А как говорится, каждый уважающий себя сампер просто обязан летать вот таким макаром. Просто обязан это сделать. Хотя бы раз в своей жизни, но должен. Давай, пошла, родная. Блять. Помогите. Ай, блин. Сяп. Немножко не получил. Да, есть. Есть. Отлично. Вот надо просто немножко скорости побольше. Больше взять! Ё-моё! Нифига себе самолетик. Оп, полетели. У-ху! Так, а где это мы? Это... А, мы, получается, где-то вообще в стратосфере летели. Слушай, ну хороший такой самолетик, сразу видно, знаешь. Чуть что, сразу в стратосферу у нас. А, вот и остров. Ой, оу май гад, просто, ля, вот это ничего себе островочек. Ошалеть, это здесь там клад надо искать, да? Погоди, а Вэй прыгнула? Эх, чувствую, я сейчас тут люлей выхвачу. Так, фигуры на трех дисках. Так, чтобы активировать статус, вам нужно выставить в ряд все имеющиеся фигуры. Ну, допустим, окей. Ага, получается, типа, в ряд, ёпта. Ну, давай, хули. Ну, выставили, хорошо, базару зиру. Так, это какая-то нормальная статуя, конечно. Ой, так, как ты разобрался? Магия. А, сделай так же за... Окей. Что, золото, что ли? А, это мины, ё... Ой, блядь! Твою мать... Я понял. Базару. Нормально, нормально. Ой, о май гад, просто что за... Что это было? Ну чё, давай, стрелять мины, расчищать нам путь. Ага. А, так ты нам снайпу дала? Ля, мать. Покуха. Сейчас дядюшка барон все порешает. Нормально она так за мной чисто телепортируется, понял? Все. Мы здесь. Так, ну я типа готов. Настроить платформу моста. Давай. Так. Нельзя во время движения платформы. Молодец, побежали скорее. Давай. О, повезло, нах. Вот повезло. Блин, а он тут не бегает быстро, понял? Я думал. Вот если бы сейчас было бы забавно, если бы сейчас эта тема. Ну ладно. Так, мы здесь имеем... о! Подбор драгоценностей. Ой, это я люблю. Давай. Оп, 180 тысяч. Ай, вот это мне нравится, слушай. Подбор драгоценностей. Прикол. А чё там этот? А нахер я вообще что-то брал?
А, вот, заработали, наконец-то. Нельзя тебе на это. Да, ребята, вы, конечно, молодцы, базару нет. Отдыхай, родная, ты чё, какой то сразись со мной, ты чё, начала здесь суету какую-то. Всё, хули, получается. Получить задание от Иви теперь. О, звучок такой. Ой, как приятно, слушай. Нормально, слушай, чё, выполнили. Вот и всё. Дальше идут, конечно же, само собой второстепенные задания. Разумеется, за них, я так полагаю, будет все равно даваться АЗ-шки, будет даваться опыт и прочее, прочее, прочее. Но, как бы там ни было, на данный момент мы уже достаточно, я думаю, выполнили заданий. Да и, в принципе, слушай, как бы там ни было, но мне это действительно было интересно. Я реально получил большое количество удовольствия, хорошие, приятные эмоции, что немаловажно. Да, квест занял примерно 3 часа, но это основной квест. То есть, и помимо всего этого, есть еще определенные квесты. Мы немножко заработали, мы подзаработали, самое главное, что мы подзаработали ларцов, которые продают по 800 тысяч.